Дипломированные врачи, играющие рок-н-ролл третий десяток лет, музыканты с корочками членов Союза писателей России, поэты, издающие свои сборники стихов, друзья «Машины времени» и «Квартета И», группа «Underwood». Смотрите сегодня в 20:00 на телеканале «Арктик ТВ». Владимир Ткаченко и Максим Кучеренко в программе «Проще говоря». Здравствуй, Вормс! Группа «Underwood» в рок-н-ролл баре! Ну как вы, ребята? Целый год не виделись. Мы все помним. А вы? Тогда вспомним старенькое. Я бы ходил в спальню к Богу, даже если его там нет. А нельзя заходить в спальню к Богу за дверью большой секрет. Максима и Владимира судьба свела в далеком 95-м в Симферополе в Крымском мединституте и больше не разлучала. Отправной точкой стала любовь к кинематографу, потом и к музыке. Начинали они когда-то с песен Вертинского, квартирников и концертов на крыше поликлиники. Спустя 20 лет они собирают стадионы, играют на крупнейших рок-фестивалях, поют вместе с Пугачевой на рождественских встречах, обмениваются исполнением песен с «Машиной времени», дружат с «Квартетом И». Мы друг друга знаем. «Основно» — это не первая песня, которая была записана и, значит, вот совместно преподнесена. Больше десятка видеоклипов, множество саундтреков к популярным фильмам и сериалам, 3 сборника стихов и, наконец, 8 полноценных студийных альбомов — творческое наследие группы. Крайний из них, «Без берегов», друзья записали в сентябре прошлого года. Нам просто показалась органичная метафора безбрежности, нахождение в какой-то одной непонятной точке мирового океана среди воды, среди пустыни воды, и как бы в этом есть определенная беспомощность, в этом есть определенная надежда, потому что хуже уже точно не будет. Музыканты, которые пишут стихи, или поэты, исполняющие музыку, кто вдохновляет друзей на поэзию, чем песни команды отличаются от большинства других и почему сцена – это самое главное в жизни. Алла Пугачева комментировала какой-то сюжет и сказала, что я знаю двух врачей, которые поют. Их сцена позвала. У сцены есть сила. Потому что к сцене приковано внимание слушателя, или же оно совершенно гуляет по залу, и ты никому не нужен. Никто тебе не мешает, никто тебя не будет там говорить, что это не формат, что сейчас так не пишут, что вот в хит-парады ты не попадешь, и Артемий Троицкий ничего о тебе не скажет. Ну, как бы, поэзия – свободная форма сознания и свободная форма творчества, поэтому в нее всегда привычно возвращаться и любо-дорого это делать. Смотрите сегодня «Проще говоря» группа «Underwood» в 20:00 на телеканале «Арктик ТВ».